Школа открылась недавно, но уже сегодня мы можем назвать ее одной из самых лучших частных школ-пансионов. Так, внимание! Сюда вход категорически воспрещен, идет ремонт, здание историческое 19 века. Смотрите. Петля вызова, пиковая дама. Давайте ее вызовем. Я тут кое-что нашел про эту усадьбу. Ее первой хозяйкой была некая графиня Боленская. И за 2 года она убила 19 детей. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Мама? Сынок, иди ко мне. Иди ко мне, сынок. Почему ты не сказал про женщину в озере? Она мне запретила. Кто она? Скоро узнаешь. Лиза. Не трогай его!